Все это пока что выглядит как научная фантастика и как антиутопия. Но если человечество совершенно откажется от каких-то сдерживающих нравственных факторов, то вся эта антиутопия... Что тут нового происходит? ...реальности. Да, мы будем жить в том самом... Вася, руками трогай. Я знаю. Что это там? Давай. Надо свои деньги построить город, не город Хогвартс. Ну, это тебе много придется работать, чтобы построить целый город. Я, например, свои деньги я хочу, например, купить какую-нибудь там для мамы ценные, это на бабушку. Купить подобный замок, примерно. Мой, надо купить похмелье. Можно. До конца. Возьми глину. Все, теперь трапочку снова. Маш, возьми глину. Отлично. Немного. Мама, мы от буки. Веди глагол. Добро, вести, ребята, и меня, ребята, и меня, и лица, и житься, и так далее. А отец не поверил и посоветовал не поехать половить бабочек. Одно слово. Короче, мы не подведем тебя. Слово, летите же гугли. Вот это будет класс. Дойти туда? Как в первый раз просто. Ладно, там сиди, раз Богом успехом. Потом поговорим с тобой. Понял, успех удачи. Успех удачи.